Всем привет! Сегодня мы будем готовить пиццу. Пицца у нас будет из того, что есть в холодильнике. Тесто мы уже сделали. Здесь чайная ложка дрожжей, вода, столовая ложка масла. Замесили. Оно сейчас у нас немножко подымется, тесто. Лук порезали, чеснок, колбаса. Какие у нас были остатки, разные виды. Перчик болгарский, помидоры, натерли сыр на терке, грибочки у нас опята замороженные и фарш немножко. Пока тесто у нас подходит, мы включили духовку, чтобы она у нас разогревалась. Противень смажем растительным маслом. Тесто у нас за полчаса увеличилось в два раза. Сейчас мы его раскатаем и будем раскладывать начинку. Итак, мы раскатали тесто. Первым слоем мы выложим наши помидоры, нарезанные кружочками. Если помидоров нет, томатной пастой обычно смазываем. Помидорки мы разложили, добавим немножко кетчупа. У нас вот такой соус испанский с оливками вкусный. Фарш у нас утиный. Фарш мы разложили. Сейчас разложим колбасу. Дальше будет у нас болгарский перчик. Дальше положим чеснок, зеленый лук, Артем у нас пришел с улицы, помогает маме раскладывать грибочки, да? Да, вот везде грибочки у нас складаны. Угу, давай раскладывай, а я лук туда положу. Я сам положу. Он пальчики жмет, я сама положу. Давай грибочки везде раскладывай. Около лука подложим. Тут. Тут. Где еще посолила? Тут. Теперь отправляем это все в духовку. Потом, когда почти будет готово, посыпем сверху сыром. Да. Достали нашу пиццу. Сейчас посыпаем ее сыром и поставим обратно, чтобы сыр немножко расплавился и пицца допеклась. Такая получилась вкуснота. Запах просто обалденный. Всему дому стоит. Всем приятного аппетита!